Врачи оказали пострадавшему мужчине необходимую помощь, а спасатели в носилках подняли его к дороге и перенесли в автомобиль скорой. По предварительному диагнозу у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Для дальнейшего обследования врачи госпитализировали его в больницу. От мужчины сильно пахло алкоголем. Он не объяснил, как попал в реку и не сообщил о себе ничего, кроме имени и фамилии.